Хорошо. Слава Богу. Сегодня я хочу поговорить с вами об эффективности служения. Вот мы все говорим служение, служите людям, служить Богу, служите себе, служите семьям. Хотел поговорить с вами о том, что же такое это служение, в чем оно должно выражаться и где критерии оценки эффективности служения. Потому что мы всегда говорим о том, когда читаем Библию, что, например, Павел говорит, что я забег, да, он говорит там марафон, забег, поприще там. В новом русском говорили, в синодальном переводе написано «поприще свое совершил, веру сохранил, да, и теперь ожидаю награду, венца». Ну, то есть, какую же веру сохранил и какое поприще совершил? Что же такое поприще, о котором говорит нам Павел? И вот я как бы искал, ну, понятное дело, можно сейчас говорить о великом поручении «идите и научите все народы», да, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, но, опять же, что такое крестить? Это совершенно не то, что мы имеем в виду, да? Мы не должны опускать их в воду, мы должны погружать их в Отца и Сына и Святого Духа. Так написал и Матфей, и так подразумевается в греческом слове баптизму. Это погружение, то есть вынимать не надо. Мы когда в воде крестим, мы же погружаем, потом достаем, а тут не надо. Тут надо погружать всех в Отца, Сына и Святого Духа и там оставлять. Это то, к чему нас Иисус призывал. Но мы понимаем слово крещение под другим, в другом немножко виде. И сегодня я хочу просто поговорить, где же эффективность, где критерии эффективности нашего служения. Где оно эффективно, где мы выполняем свое великое поручение, а где мы не выполняем. Вообще, является ли только великое поручение нашим служением? На самом деле, когда искал эти места Писания, я думал, что ну, пол Библии примерно придется прочитать. Давайте мы с вами верой отключим телефон и все поставим их на режим полета. И даст Бог в этом году полетим. Да, чтобы мы не мешали мобильные телефоны. Я думал, что пол Библии надо будет прочитать, чтобы описать, что такое на самом деле служение. Но вот две вещи, на которые я обратил внимание. Павел, по большей части Павел, пишет именно о критериях служения того, как мы должны себя вести. То есть наше служение, нужно на самом деле служение Богу. Мы служим Богу, правильно? Но служить Богу, не служа людям, не получается. Мы не можем не служить людям и при этом служить Богу. Например, отшельники, которые уходят жить там куда-нибудь в пещеру, я не понимаю, как они служат там Богу. Честно, я там не был, я не знаю, может быть, какое-то особое служение, какое-то особое помазание, но я считаю, что наше служение, вот, ну, наше служение, оно все-таки служение людям. И Колоссянам 3 глава, 23 до 25 стиха, с этого начнем. «Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не как для человеков, зная, что и воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу, а кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, и у него нет лицеприятия». Странное такое заявление, то есть служим Господу Иисусу Христу, должны делать все как для Господа, а не как для человеков, и тогда получим воздаяние. А если кто не будет правильно поступать, тот, соответственно, получит совсем другое воздаяние. Потому что лицеприятия у Бога нет. Он не различает как бы хороших и плохих, он говорит тех, кто правильно поступает и неправильно поступает. И вот хотелось бы на эту тему поразмышлять. Есть еще места Писания, которых мы коснемся. Но вот тема, которая меня очень сильно заинтересовала. Когда Павел нам говорит, делайте все как для Бога, а не как для человека. Вот что все? Это все абсолютно? Или все-таки, когда мы служим людям, делать как для Бога? И я думаю, что Павел на самом деле подразумевает, что мы действительно должны делать все абсолютно. То есть все, что мы делаем, должно быть как для Бога. Почему? Потому что когда мы делаем что-то для людей, можно где-то, знаете, там, пыль под коврик занести. Ну, чтобы незаметно было. Там занавесочку подправить, чтобы висело ровненько. Да? Ну, по-разному можно сделать. Люди не заметят. Только мы знаем, что у нас под ковриком пыль заметена. А Бог-то, Он не такой, Бог сердцеведец, Он же знает. Он же обличает. Есть еще одно место Писания, где написано, что если совесть обличает вас, да, в другом случае сердце обличает вас,
Только не паче Бог, ибо Бог больше совести. Да? То есть наша совесть нам говорит, ты не это, неправильно сделал, что пыль под коврик замел. А мы говорим, ну никто же не увидит, никто же не узнает. Бог знает. Бог знает, и поэтому Павел говорит, когда мы в малом делаем вот такие вот вещи, для людей как бы мы показуху устраиваем, а для Бога, значит, мы типа вот такие вот красивые. На самом деле это и есть фарисейство. Это то, о чем говорит Иисус, когда он говорит, что они предпочитают председать в синагогах и приближать на пиршествах, а на самом деле они полны, как гробы, полны гнили и костей, хотя сверху покрашены. Вот Бог хочет, чтобы мы все делали как для Него. И вы знаете, если мы действительно знаем Бога и боимся Бога, то мы знаем, что Он все видит, Он сердцеведец, Он все знает, Он знает, что мы делаем, что мы мыслим, где мы были. По сути дела, в принципе, рассказывать Богу о своих грехах бессмысленно. Он там был, когда мы грешили, и Он там был, и дьявол там был. У дьявола есть, что нам предъявить, Богу есть, чем нас оправдать. Но тем не менее, грехи все Бог знает наши, Ему не до чего о них рассказывать. Но, тем не менее, есть такое понятие, как покаяние. Все-таки есть, да? То есть нужно прийти и покаяться. А в чем мы каемся, собственно говоря? В грехах? Ну, понятно, что мы не хотим больше так грешить. На самом деле, покаяние – это не исповедь. Очень много людей всю жизнь исповедуются, так и не покаются никак. Потому что покаяние – это когда я понимаю, что у Бога есть право осуждать мой грех, у Бога есть право злиться на меня, у Бога есть право меня даже отвергнуть, но Он этого не делает, потому что я в сердце своем избираю больше так не грешить. Грех можно совершить, как мы с вами уже говорили, только один раз. Каждый следующий раз, когда мы делаем одно и то же, это уже выбор. Это уже наше решение. То же самое с ошибками. Мы имеем право на ошибку, и Бог это знает. И мы читаем это в Библии. И Авраам ошибался очень много раз, и Давид ошибался очень много раз. Давид, кстати, и намеренно ошибался много раз, но все равно Бог прощает, Он позволяет нам эти ошибки совершать и исправляет наши ошибки. Он не дает нам погрязнуть в грехе. Аминь. Все замечали, что делают ошибки? А все замечали, что живы при этом до сих пор? Значит, почему? Потому что написано, милость Божья обновляется каждое утро, и благодаря этому мы что? Живы. Так вот, когда мы делаем все, что мы должны делать как для Него, как будто бы Он лично придет проверить, как мы это сделаем. Иисус это рассказывает немножко по-другому. Он говорит, что бодрствуйте, ибо не знаете, в какой день придет Сын Человеческий. И Он хочет застать каждого бодрствующего. Можно, конечно, так вздремнуть на полглаза, так темные очки на глаза надеть, что типа, не-не, я бдю, но сплю, но бдю. Но Бог-то знает, на самом деле, бдим мы или спим. И поэтому Он говорит, бодрствуйте. Не в смысле, что спать никогда не надо. Надо, конечно, спать. Сам Иисус спал, когда устал на лодке, помните? Посреди озера Кинер, когда буря была. У него буря была, а Он спал. Вот. А нам-то Он действительно говорит, отдыхайте, все в порядке. У меня все под контролем. Но бодрствовать имеется в виду, что мы не должны поддаваться разным соблазнам и расслабляться в угоду компромиссам этого мира. И делать все должны действительно как для Него. И делаем ли мы бутерброды? Я знаю, что у нас все бутерброды делаются как для Господа. Вот прям чувствуется. Потому что если не как для Господа, оставались бы, а так не остаются. У нас как бы всегда на служении все здесь для Господа. Потому что, ну, ради меня вряд ли кто-нибудь сюда придет. А вот ради Господа, да. И чувствуется, Бог на это приходит на самом деле. Это жертва. Потому что, вы знаете, в сегодняшнем мире у людей есть соблазн пойти лучше там телевизор посмотреть, к примеру. Пойти на какой-нибудь концерт. Пойти прогуляться, в конце концов, на море поехать или еще куда-нибудь. Но вы выбираете все-таки пожертвовать этим и прийти сюда сегодня вечером в свой единственный выходной. И за это вам будет воздаяние, как здесь написано, да? Потому что если мы так делаем, то получим воздаяние, ибо служим Господу Иисусу Христу. А Он как бы сказал, что Он уже все приготовил для нас, только нужно, чтобы время пришло. А если как бы придет время, мы придем и скажем, Господи, не мы ли Твоим именем бесов изгоняли, прокаженных очищали, били этих самых, больных исцеляли, мертвых воскрешали, а Он скажет,
отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас. Вот не хочется такое услышать. Потому что здесь написано, тем, кто неправильно поступает, он воздаст так, чтобы было всем понятно. Второе местописание, которое нам рассказывает о служении, о том, как же все-таки нужно служить и как нужно приходить к престолу благодати. Мы же не только здесь, в помещении церкви, приходим к престолу благодати. Мы же постоянно возле престола благодати. Аминь. Ну, кто не хочет быть постоянно возле престола благодати? Мы все там постоянно, просто мы забываем об этом. А он нам все время напоминает. И в послании к Филиппийцам, это одно из моих любимых посланий Библии, 4 глава, 4 стиха. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю вам, радуйтесь». Павел конкретно пишет, что нужно делать. Радоваться нужно в Господе. Не в театре радоваться нужно, не на концерте, а в Господе радоваться. В первую очередь. «Кротость ваша да будет известна всем человекам». Это он все перечисляет, как мы должны служить. А? Не крутость, а кротость будет известна всем человекам. «Господь близко, говорит Павел». 2000 лет назад говорит. Но мы знаем, что Господь близко. Не потому, что здесь написано, что вот Он вот скоро придет. А Господь близко, потому что написано, что Дух обновленный внутри нас есть. Христос внутри нас, Он близко к нам, Он наблюдает за нами, Он видит все, что делается в наших сердцах. Не заботьтесь ни о чем. Вот такое заявление делает Павел. Не заботьтесь ни о чем. Но всегда, вот обратите внимание, в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. В молитве и в прошении с благодарением. То есть, если мы благодарим Господа за все, что мы открываем перед Ним, что Он совершает в нашей жизни, и мы заранее знаем, да, ведь вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, да, если мы заранее знаем, что Он это все уже сделал, тем более Иисус так и говорит, все, что не попросите во имя Мое, Он дал вам. Дал в прошедшем времени. То есть, оно уже существует. Нам нужно просто поблагодарить Бога за это. Написано, открывайте себе свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума. Мы пытаемся познать Бога своим умом. И Бог не хочет, чтобы мы так служили Ему. Он хочет, вот, чтобы мы служили Ему, приходили к Нему с прошением, да. Можно попросить. Ну, дети же у родителей просят, правильно? Иногда денег, иногда еды, иногда чего-то еще. И родители дают. Но если не попросят, могут и не дать. И не потому, что они не заботятся о своих детях, а потому что мы нуждаемся, чтобы к нам обратились. Мы нуждаемся, потому что мы хотим, чтобы нас признавали родителями. Бог хочет, чтобы мы признали Его своим отцом. Он даст нам в любом случае. Я уже говорил, все заветы между Богом и человеком, они односторонние, от нас там ничего не зависит. Он все, что обещал, нам даст по-любому. Потому что Он клялся, написано, и не раскается. Верен обещавший. Много таких мест писаний. Но Он хочет, чтобы мы признали Его своим отцом. Он даст. Он даст в любом случае, Он благословит, потому что Писание говорит, что даже если мы не попросим у Него ничего, если мы будем просто верно Ему служить, то в конце концов будет видна разница между служащим Богу и неслужащим. А в чем разница? Благословение. И Бог благословляет тех, кто делает все как для Него, а не как для людей. Потому что Он знает, что от людей мы можем скрыть, утаить, подмести под коврик. А с Богом мы так не сделаем. Так вот, дальше написано. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши в Иисусе Христе». То есть, мы всегда заботимся о чистоте сердца. Мы хотим, чтобы у нас не было плохих помыслов. Написано в Писании, в Псалмах написано, что никакой, ничего нечистое да, не вяжет перед глазами моими. Что-то в этом роде. Ну, смысл такой. Никакой мерзости не будет перед глазами. И глаза мои на верных земли сей. И Бог все-таки хочет, чтобы мы были больше, пребывали с ними. Тогда написано, что Он, вот здесь вот написано, Он соблюдет сердца наши и помышления наши в Иисусе Христе. Он, не мы. Мы сами-то не способны это сделать, как выяснилось. Ну, тут так написано. Он соблюдет. Мы не можем самостоятельно это сделать, потому что соблазны, они сильнее, чем наши возможности. Мы без Иисуса Христа ничего сами-то сделать не можем. Мир-то сильнее нас. Уж сколько раз в этом убеждались. Сами. Мы же там были все. Как Он нас держал мир-то? Вот так вот, как в тисках. А потом пришел Иисус, и вся эта сила распалась. Почему? Потому что без Христа мы никто,
А с Христом мы дети Божьи. Потому что так написано. Те, кто уверовал в Иисуса, Он дал власть называться чадами Божьими. И если мы будем в благодарении приходить перед престолом благодати к Богу, написано, что Он соблюдет наши сердца в чистоте. Аллилуйя! Нам не надо так беспокоиться. Ой, что-то я согрешил, что-то я... Нет, приди, написано в прошении и в молитве с благодарностью к Богу. И Он совершит. И это, оказывается, тоже служение. Это тоже часть служения Богу. Дальше написано в том же месте Писания. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели, похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. То есть, Павел говорит, о чем нам надо думать, потому что мы же должны все помышления наши уловлять в подчинении Иисусу Христу, правильно? И он говорит, вот о чем нужно думать, стараться, по крайней мере. Смотрите, можно все время думать только об этом? Только о том, что достославно? Нет. Еще приходят счета за электричество, например, за муниципальный налог. Это совсем не достославно, нечисто и нечестно. За что мы платим деньги, да? Все же возмущения такое, за что я деньги плачу? Да? А на самом деле Бог говорит, что надо отдавать эту плату или не надо. Что говорит нам Писание про это? Почему надо? Кесарю кесарю, совершенно верно. Кесарю кесарю, а Богу Божье. И вот то, что Божье, как раз тут и перечислено. Тут нигде не написано, что вы, получая счет за электричество, должны думать, что это достославно, честно, чисто, там что еще. Достойно там похвалы, добродетель. Нет. Это одно. А все, что мы должны делать в этом мире, это другое. Мы посланники Иисуса Христа в этом мире. Это не наш мир. Иисус же говорит, вы не от мира сего. И я, говорит, не от мира сего. Поэтому и не слушают нас. Мы здесь посланники. Мы, приехав сюда, должны выполнять, находясь в этом мире, должны выполнять, исполнять законы этого мира, к сожалению. Ну, так получилось. Если мы приедем в Америку, мы должны соблюдать американские законы, правильно? Мы же не можем сказать, нас в Израиле так не делают, и все это. У меня был один случай такой, давно уже, когда с полиции еду, что-то я устал, пересел на заднее сиденье, вздремнул. И своего напарника посадил вперед и говорю, езжайте, если что-то вдруг разбудите. И он что-то, газ-тормоз, что такое, что ты не можешь нормально ехать? Да вот, говорит, едет впереди, посреди этого самого, посреди дороги, невозможно его объехать ни с какой стороны. Я говорю, ну так останови его, давай спросим, может он заблудился или что. Он говорит, так что заблудился, езжай с правой стороны, что ты едешь посреди дороги? Тем более я, говорит, тут с люстрой, говорит, это мигалка, езжу, говорит, что он меня не пропускает? Останавливаем, я подхожу, открывается окно, оттуда 3 литра спирта прямо в таком газообразном состоянии испаряется в мою сторону. И я ему говорю, простите, а вы почему, собственно, посреди дороги? Он говорит, я вообще тут в Батьяме первый раз. Я не знаю, как тут ездят. Ну, то есть, понимаете, да? Мы же не можем так себя вести. Мы тут в этом мире вообще как бы, ну, нас так в Божьем Царстве не принято. Я не знаю, как тут у вас. Нет, мы должны соблюдать законы этого мира. Согласны? Но при этом должны помышлять о чем? О том, что здесь написано. О том, что достославно, честно, чисто, добродетель и так далее. Когда Павел описывает нам суть, или так не суть, а наполнение нашего служения, он никогда не говорит о том, что мы должны там кому-то угождать. Согласны? Кстати, когда мы читаем Евангелие, то есть жизнеописание Христа, мы нигде не видим, что Он кому-то угождал. Иисус вообще никому не угождал. Иисус пришел сюда, чтобы провозгласить что? Какое Евангелие принес сюда Иисус? Благовесть. Какое? Благовесть о чем? О спасении. Нет, о спасении это мы несем. Иисус пришел для того, чтобы провозгласить Царствие Небесное. Мы не несем Евангелие Царствия Небесного, мы несем Евангелие спасения. А Царствие Небесное дарует Иисус Христос. Понимаете, да, в чем разница? Он пришел сюда, как
царь в простом человеческом обличии, как царь, показать, вот царство небесное. На горной проповеди, помните? Он встал на берегу озера, поднял руку и говорит, hello, если кто хочет царство небесное, садитесь и слушайте, как там все работает. Он не провозглашал нам Евангелие спасения, он провозглашал нам Евангелие Царства Небесного. А потом, когда поднялся на облаке вверх, он сказал, а вот теперь пойдите и расскажите о спасении. Вы можете принести знакомство со спасением, а я дарую им Царствие Небесное. Но что такое спасение? Как можно спастись? Можно ли спастись своей праведностью? Нет. Можно ли спастись какими-то делами? Нет. Конечно, вера без дел мертва. Но Писание говорит, что если мы уверовали в Сына Божия, то Сын Божий ведет нас в дом Отца. Это ж куда проще-то. Но уверовать, да, как Писание говорит, этого мало, потому что бесы тоже веруют и трепещут. А, кстати, бесы никогда не ставили под сомнение божественность Иисуса Христа, только люди. Вот мы читаем Библию, бесы всегда знали, с кем они говорят. А вот люди постоянно сомневались, и до сих пор, кстати. Иисус говорит совершенно конкретно, что должно произойти в нас, чтобы мы вошли в Царство Небесное. Нагорная проповедь, Евангелие от Матфея, с 5 по 7 главу. А Павел это все обобщил вот в этой фразе, о чем нужно думать. И там он не говорит, что мы должны прийти в церковь, там поднять руки, стоять в молитвенном служении, прославлять там в 3 голоса, в 5 голос под гитару и так далее. Нет, вот то, что он говорит. Давайте следующее место Писания. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, с 14 стиха. Умоляем вас также, братья, вразумляйте бесчинных. Кто такие бесчинные? Это разве не люди? Люди! Написано, вразумляйте бесчинных. Кто такие бесчинные? Давайте с вами разберемся. Очень важный момент. Знаете, кто такие бесчинные? Поступающие правильно? Нет. Чин в переводе с древнеславянского, откуда, собственно, это, да, это порядок. Говорят, чинно и благородно. Да? Это порядок. Бесчинный – это человек, который не почитает порядок. По-русски говоря, анархист. Ну, по-русски. По-гречески. Анархист. Okay? Вот он говорит, что нужно таких, что делать? Уразумлять. Это люди? Люди. То есть уразумление анархистов есть служение Богу. Ну, так ведь? Если мы будем призывать бесчинных к порядку, к чинопочитанию. Чин в сегодняшнем понятии, да, это погоны. Но это не так. Чин это порядок. Чинопочитание это уважение к порядку. Okay? Если мы будем призывать людей к порядку, дальше, утешайте малодушных. Кто такие малодушные? В сегодняшнем контексте малодушные это люди, которые постоянно жалуются, постоянно вот им плохо, постоянно там то, постоянно. Малодушные это люди, у которых не хватает внутри вот этого вот духа, чтобы сказать, а мне помогите. Вот малодушный был человек, который лежал 38 лет возле купальни Бейтхеста. Он привык к тому, что все равно ему никто не поможет. А пришел Иисус, ему говорит, хочешь исцелиться? И он по привычке, ему опять эту историю слезную про то, как у него никак не получается доползти до этого бассейна. Иисус говорит, я же не это спросил. Но он понял, что разговаривать-то не с ним, малодушный человек. Да? Что он ему сделал? Утешил. Он сказал, встань, возьми постель свою и иди. То есть он не стал ему говорить, послушай, давай мы сейчас с тобой прочтем молитву покаяния. И мы тебя 3 раза прокувнем в этот бассейн во имя Отца и Сына Святого Духа, и ты избавишься от грехов. Может быть, если велика вера твоя. Представляете, если бы он такое сказал? У него вообще вера закончилась в этот же момент. А он ему сказал, нет, встань, возьми постель свою и иди. Почему? Потому что Бог в Иисусе Христе уже все совершил. А этот малодушный просто не знал этого. Ему нужно было это увидеть. Поэтому он и говорит, утешайте малодушных, нужно им дать утешение, их нужно успокоить. Они-то все еще в своем беспокойстве, их нужно утешить. Написано, поддерживайте слабых. Кто такие слабые? Это слабосильные такие, которые расслаблены? Нет. Это люди, которые сами пока еще не в состоянии куда-то идти. Например, наши дети, когда только учатся ходить, они слабые. Их нужно поддерживать, палец дать. Иногда за 2 руки подержать, чтобы начали ходить. Иначе упадут.
Нужно поддерживать, потому что они слабые. Они хотят идти, но не могут, потому что недоросли еще. И Павел говорит, поддерживайте слабых. А дальше написано, будьте долготерпеливы ко всем. И к малодушным, и к бесчинным, и к слабым. А то, знаете, бывает такое, ну, в церкви, слава Богу, такого нет, а бывает такое в мире, там, да что с ним уже все это. Еще эти фильмы, знаете, ура, патриотические, типа, командир, бросай меня, иди один. Вы слышите? А он не бросит. Потому что командир. Был бы политрук, бросил бы. В этом разница между политруком и командиром. Политрук говорит, делай как тебе говорят, а политрук говорит, делай как я. А командир говорит, делай как я. Дальше написано. Очень важный момент. Смотрите, чтобы кто не воздавал злом за зло. Очень бывает такая у нас, такое желание отомстить. Это нормальное человеческое желание. Потому что закон написано, пришел через Моисея, да? А в законе же написано, око за око, глаз там, зуб за зуб, там все такое. И у нас есть желание отомстить, нам вот наступили на правую руку, а мы ему левой рукой по правой щеке, и все. А Иисус говорит, подставьте правую, если вам ударили по левой. Левую ударили, правую подставьте. Но означает ли это то, что мы должны, вот нас бьют, да, мы страдаем? Нет, это не об этом идет речь. Бывает такое, что случайно обидели нас люди? Бывает. Больно бывает обидели, правда? И мы же не знаем, может быть, им самим теперь от этого плохо. А мы желаем им отомстить. Это имеется в виду. Иисус говорит, ударили вас по правой щеке, не надо мстить людям. Подставь правую, поверь мне, не ударит. Потому что ему самому уже неприятно. Он случайно это сделал. Просто, знаете, разные бывают настроения. И вот здесь опять Павел подчеркивает, не надо воздавать злом за зло. А дальше поясняет, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь. Опять радуйтесь. Тут, понимаешь, тебе на любимый мозоль наступили, ты радоваться должен. Так и да, нужно радоваться, нужно искать добра всем. Почему? Потому что Иисус говорит в одной из притч своих, какой мерой вы мерите, такой и вам отмерено будет. Мерой, причем нагнетенной, утрясенной, да, отсыплют вам в лоно ваше. Представьте себе, если мы будем мстить, какой мерой нам отсыпят? Нагнетенной и утрясенной. Нацепят нам мести туда. Кто хочет, чтобы мы мстили? Никто не хочет. Тогда почему мы иногда хотим кому-то воздать злом за зло? Проблема. Павел говорит, этого сделать не нужно. Дальше он говорит очень важные слова. Это все наполнение служения, как мы должны служить, да? За все благодарите, ибо такова... Простите, извините. Смотрите, чтобы кто никому воздавал злом за зло, но всегда ищите друг другу и всем добра, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. То есть, оказывается, молиться – это тоже служение. Мы так должны взаимоотношения с Богом свои выстраивать. Потому что где к нам приходит Господь тайно? В тайной комнате, в молитве. Но воздает нам как? Явно. Если мы в тайне выстраиваем с ним отношения. Почему с фарисеями он так не выстраивает отношения? Потому что они явно пытаются выстраивать отношения, а когда получают явно, в тайне все это и съедают. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия в Иисусе Христе. За все благодарите. Теперь вопрос, что такое за все? За машину, за что еще? За квартиру, да? За работу? А насчет короны как? А насчет карантина? А насчет того, что некоторым миллион безработных денег нет, но вы держитесь в Израиле. Что делать? Иов еще во времена Моисея сказал своей жене, которая говорила, да прокляни ты Бога уже и умри. Такая любящая жена была у него. Слава Богу, что у меня не такая жена. Да, когда я уже отчаялся, она больше меня верила в то, что все будет хорошо.
А та говорит, прокляни Бога и умри. Он ей говорит, слушай, ну он так вежливо ей ответил. Ты говоришь, как одна из тех безумных. Ну, наверное, он это просто тот, кто описывал, он написал, он мне сказал, ты что, ты нормальный вообще? Как же так? От Бога хорошее будем принимать, а плохое нет? Почему Бог допустил в жизни Иова такие испытания? Для чего, вернее? Не почему, а для чего? Для того, чтобы Иов еще больше познал Бога и возблагодарил его за это. А вот когда он его возблагодарил за все, и за хорошее, и за плохое, и за свои вот эти вот бесконечные месяцы со своей этой лепрой, как называется, с проказой, он ему воздал во сколько? В два раза больше. Представляете? А почему? Потому что он должен был понять, что благодарить Бога нужно за все, потому что в этом есть написано воля Божья о нас в Иисусе Христе. За все благодарить. Духа написано, не угашайте. Что значит не угашать Духа? Как по-вашему? Какого Духа не угасить? Как можно угасить Святого Духа? Как? А знаете, как его можно угасить? В отличие от всех остальных сущностей Бога, а их мы знаем три, да? Это Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Дух Святой с нами разговаривает гораздо более нежно, ласково и, ну, будем так говорить, любя, чем папа. Папа, если уж пришел поговорить, то все уже. Это уже последний. Как бы вариант, да. Пока Дух Святой с нами разговаривает, мы же ему как говорим? Пойду-ка я вот туда. Дух тебе говорит, не ходи. Не надо. Кто говорит? Кто? Отойди от меня, сатана. Мне туда надо. Дух опять говорит, не ходи. Вас говорит, не ходи. Кто это говорит? Кто? Тихо сиди. Не мешай. Мне туда надо. Я знаю, что делать. Бог со мной. Да Бог не с тобой. Не ходи туда. Пошел. Получил. Дух приходит и говорит, ну я же говорил, что не ходи. А почему не так настойчиво говорил? Надо было удержать меня. Почему Павла удержал не пойти на восток, а меня туда не удержал? Начинаются претензии со Святым Духом. Он говорит, ну ладно, что, ну, хорошо, больше не буду. И больше не говорит. Это и есть угашать Святого Духа. Когда мы не даем Ему руководить нашей жизнью. Ведь нам для чего послан? Он послан, чтобы нами руководить, чтобы быть нашим водителем. А мы ему говорим, нет, знаешь, дай-ка я за руль сяду, а ты вниз посиди дальше на пассажирском сиденье. Он говорит, ну хорошо, я посижу. Как опомнишься, скажешь, я вернусь обратно на свое место. Так работает Бог. Это в этом его сущность. Но Бог же говорит, что кого люблю, того наказываю. Может прийти и дать по мозгам, если что. Может. Пророчество не уничтожайте. Что значит пророчество? Мы с вами уже об этом говорили. Пророчество это не прорицательство того, что будет. Пророчество это прямое общение с Богом. И очень много людей сегодня боятся напрямую общаться с Богом в церкви, вы знаете? Не потому, что они грешники такие страшные. Они нет. Они с ним все нормально. Они перестали грешить, они избрали праведные пути. Все боятся напрямую разговаривать с Богом. Боятся получать его волю в свои уши. Знаете почему? Потому что придется опять что-то менять. Так вот, когда Павел говорит пророчество уничижайте, я так предполагаю, что он имеет в виду, что мы должны быть очень чувствительны к тому, что Бог нам говорит. Через сестер, братьев, слово, через пророков, через апостолов, через евангелистов, через пасторов, учителей. Почему? Потому что Бог хочет что-то сотворить другое в нашей жизни. И Он хочет, чтобы мы послушали Его. Пророк приходит для того, чтобы известить нам Слово Божье. Мы не можем уничижать это, потому что Бог придет и скажет, встань, иди и проповедуй. Что скажешь? Не время что? Я тут еще яичницу не дожарил или что? Много же ведь можно что сказать. А здесь написано, не уничижайте пророчество. Пришло к вам пророческое слово, выполняйте его. Все испытывайте, хорошего держитесь. Вот это, кстати, очень важная фраза. Все испытывайте, хорошего держитесь. Многие восприняли ее буквально и испытывают на себе все. Все. Любую ересь на себе испытывают, любое учение. Бывает такую церковь, рассказывал кто-то из больших пасторов, говорит, бывает в церковь приходишь, говорит, приезжаешь туда, ну кому-нибудь служить.
кто-то рассказывал о каком-то конгрессе. У них там одно веяние. Ты приходишь жить к ним еще через месяц, уже другой. Потом приходит третий. Он говорит, а вообще вы тут как вообще живете? Он говорит, мы все испытываем, хорошего держимся. Он говорит, а когда вы держаться-то успеваете? Вы что-то испытываете? Он говорит, ну как выберем, говорит, что самое хорошее, так и будем за него держаться. А вдруг Господь придет, что делать будем? И дальше написано, удерживайтесь от всякого рода зла. От всякого рода зла. Теперь давайте с вами вспомним немножечко, что имеется в виду по словам зло. Когда произошло грехопадение Адама, что предшествовало этому? Этому предшествовало, что они попробовали плод, ну, яблоко. Нигде не написано, что это яблоко. Есть предположение, что вообще была смоква. Инжир. Но ладно, попробовали плод от дерева добра и познания добра и зла. Но в переводе на русский язык это переводится как добро и зло. А в оригинале это познание того, что хорошо и что такое плохо. До этого только Бог знал, что такое хорошо и что такое плохо. Он когда творил мир, он говорил, это есть хорошо. А во вторник, ну в смысле в третий день, он вообще сказал два раза, хорошо, хорошо, весьма. Понимаете? А люди не знали, что такое хорошо, что плохо. Они познали, когда съели плод древа познания, что такое хорошо, что такое плохо. И здесь Павел говорит, держитесь всякого рода плохого. А что значит плохое? Кто решает? Получается, что мы можем решать, что хорошо, что плохо? Но тогда мы уподобляемся Адаму и Еве, которые сами решили жить без Бога. Нет, Бог говорит нам, что хорошо, что такое плохо, в его понимании. И когда мы обращаем внимание на то, что Бог говорит, что такое хорошо, что плохо, вот тогда от всякого рода зла мы можем удерживаться. Есть еще место Писания, где написано, что нужно что нужно побеждать зло добром. Да? И дальше он заканчивает это место Писания и говорит, сам же Бог мира да осветит вас, осветит, в смысле отделит, во всей своей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранятся без порока пришествие Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий вас, который и сотворит сие. То есть, мы должны вот все, что он здесь написал, благодарить, духа не угашать, пророчество не утяжать, нам помогать, да? И тогда Бог придет и сохранит нас без порока. Это уже второе место Писания, где он говорит, что он соблюдет нас сам, если мы будем правильные вещи делать. Так получается, служение Богу это всего-навсего, это соблюдать то, что он просит делать. Не то, что мы там себе надумали, что вот это служение или это служение. Нет, служение это когда вот. Я не говорю, что не должно быть детского служения, служения прославления, служения там подросткового, я не знаю, женского, мужского, там, я не знаю, другого, служения бомжам. Вот. Ребята, ездят из живого Израиля, да? Каждую неделю у них там, каждый день теперь уже, да? Какая-то другая церковь едет кормить бомжей. На Таханиме, ну, на центральной автобусной станции. Каждый день. Сняли помещение, кормят. Служение? Служение. Но не написано же про него здесь ничего. Но здесь написано, поддерживайте слабых. Бомж – это не выбор. Это зависимость, это рабство. Он там не может с этим справиться сам, он слабый. В нем Христа нет, поэтому он не может с этим духом бомжатским справиться. Туда нужно прийти и поддержать его, вот служение. Писание – это руководство к действию. Мы можем использовать его так, как мы считаем нужным, но оно должно соответствовать, все, что мы делаем, должно соответствовать Писанию. Евреям, 12 глава, 12 стиха. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими». Аллилуйя, это про меня. Я хожу прямо ногами своими. Видели, что я же без палочки хожу, нет? Это потому, что Господь верит, потому что обещавший. Подождите, не все сразу. Я и так мне сейчас сказал, ты что, без палочки ходишь, тебе же нельзя. Нормально. Господу все можно. Я ему доверяю. Написано, дабы хромлящее не совратилось, а лучше исправилось. То есть,
Господь мне говорит, ходи на своих двоих ногах прямо, чтобы те, кто смотрит на церковь, не видели вот этого вот, что дьявол с тобой сделал. Он хочет, чтобы я увидел мою славу, что я исцеляю, что я делаю эти вещи, в которые никто не верит. Вот, пожалуйста, да никто не верил еще полгода назад. Мне говорили, ты будешь полгода в инвалидной коляске ездить. Ты что, говорит, ты на ногу уже не скоро наступишь вообще? Пожалуйста. Я не говорю, что она прям совсем уже полностью исцелилась и стала такая же, как вторая. Нет. Но я на ней хожу. И она не болит. Вы представляете себе, я 4 года ходил, и она болела 24 часа в сутки. Вот Таня знает. 24 часа в сутки. А сейчас я на ней хожу, и она не болит. Потому что Господь исцеляет. И те, кто вот верует в то, что Он исцеляет, Он дает еще больше. Аминь. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, и чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и им не осквернились многие. Знаете, люди очень долго ходят в церковь, иногда бывает. Я, кстати, недавно покаялся, вы знаете, да, чуть больше 6 лет назад. Я не могу вам сказать историю какую-нибудь, как какой-нибудь такой заправский пастор, который там 20 лет назад может рассказать вам историю, как было в Советском Союзе. Нет, я не могу. У меня вот вся история моего покаяния развернулась вот за 6,5 лет до этого. Но я видел людей, которые уже по 25, по 30 лет ходят в церковь. И вроде как вот смотришь на них, ну, Божий человек, реально, Библию знает, молится, постится. Но вот когда начинаешь с ним общаться, в нем какая-то такая горечь, вот внутренняя. Какая-то обида непонятно на что. И он сам объяснить себе эту обиду не может. И он понимает, что это плохо, но у него какая-то внутренняя, демоническая потребность об этом обязательно с кем-нибудь поделиться. И вот Писание говорит, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда. Вот такие люди, которые несут в себе эту горечь, они отравляют, вот написано, да, оскверняют многих. Мы не можем же избавляться от таких людей, согласны? Нельзя же. Что делать? Что делать? Радоваться. Радоваться, да? Помолиться. Вот Иисус всегда приводил сельскохозяйственные примеры. Он всегда рассказывал про сельское хозяйство. Вообще, любой проповедь его возьми, вот институт этого самого сельского хозяйства заканчивать не надо. Просто вот читай Евангелие и работай в сельском хозяйстве. Нужно сделать очень просто. Горький корень нужно вырвать. Вырвать и сжечь. Но корень — это не плод. Плод сверху. Нужно все, что сверху, срезать и привить к здоровому, а горький корень сжечь. Знаете? И тогда приживется нормальное растение. Как сжечь горький корень? Это просто понять, ну, мы не говорим, что мы сейчас человека поделим пополам, часть его сожжем. Это так во времена Мартина Лютера делали. А часть привьем кому-нибудь, пришьем. Нет. Как вырвать горький корень? Горький корень вырывается очень просто. Нужно разобраться в причине, почему он там возник. Вы когда-нибудь видели, как делают сиреневые цветы? Видели? Вот была белая хризантема. Как она стала сиреневой вдруг? Водичку добавили чернила, совершенно верно. И цветочек-то в себя эти чернила и впитал. Где он наелся этой горечи, надо найти. Если он ее наелся в своей жизни, значит, нужно с ним помолиться и попросить, чтобы Господь написано, все соблюдет. Господь, не мы. Мы пытаемся сами, своими силами, горечь эту убрать, а не получится. Потому что Бог говорит, вот что делайте, а я соблюду, или соблюдю, как правильно сказать, сохраню. По-русски. Так вот, мы должны разобраться, где у этой горечи корни. Но с самой горечью разбираться будет Бог, если человек захочет от нее избавиться. Вот ключевой момент.
что если человек захочет от нее избавиться. И тогда он перестанет быть жертвой этого мира и станет хозяином жизни в Царстве Божьем. Не в смысле хозяином жизни и распорядителем, а в смысле тот, кто этой жизнью обладает. Пока что он как бы вот погряз этим корнем вот в этой горечи. Ему нужно помочь от нее избавиться. И на чем я хочу закончить? Я хочу просто, чтобы мы немножечко просмотрели самих себя. Внутри. Потому что вот все, что здесь Павел пишет, если на наш современный язык перевести, он говорит: возьмите ответственность за свою жизнь. Вот это делайте. Остальное все Бог доделает. Вы вот это делаете. Согласны? Он же нам передает это. Он же говорит: вот это мы должны делать. Это, смотрите, сколько тут Бог список дает, что делать. И потом говорит: а я сохраню ваши сердца. А я сохраню вас на день Иисуса Христа. А я там. Но вы делаете. Я хочу, чтобы мы просто сегодня проанализировали себя. Не надо сейчас поднимать руки. Не надо сейчас говорить: о, это у меня. Не надо. Это у всех. Мы все такие. Иначе бы мы давно уже были бы с крылышками и с ним бы над головой. Оно как-то я ни у кого не замечаю, включая говорящих. Нет. Крылышки не выросли. Значит, что-то не так. Многие люди склонны избегать ответственности за свои поступки, за свои мысли. Я хочу, чтобы мы с вами сегодня услышали 5 тактик или 5 стратегий избегания ответственности. Потому что если мы от них избавимся в нашей жизни, у нас не будет никакой проблемы быть сохраненными Господом, потому что мы сможем спокойно делать все, что здесь написано. Первое – это всем известная тактика или стратегия. Стратегия, скорее всего, избегания ответственности – это оправдание. Начинается все в Эдемском саду. Это не я. Это не я. Я старался, но это не я. Если человек оправдывается, когда знает, что это его вина, это стратегия избегания ответственности. Вторая стратегия – это обвинение. Это не я. Это жена, которую, кстати, ты мне дал. Это не я. А жена – это не я. Это змей. То есть змей пришел, стал женой, съел яблоко, а потом превратился в змею. Змея что ли? Нет. Обвинение – это когда я не хочу брать на себя ответственность за то, что я сам накосячил. Или за то, что я сам не взял инициативу в свои руки. Это из серии «мне не сказали», «мне не объяснили», «мне не показали», «меня не взяли», «меня не научили». Бывает такое у людей? Бывает. У нас у всех это есть. Не надо руки поднимать. Я же просил. Не надо. Все такие. Включай говоришь. Защита. Мы начинаем защищаться, иногда очень агрессивно защищаться. Защита – это когда два человека выясняют, кто будет отвечать за косяк, который накосячил. И один говорит: это не я, это ты. Тот говорит: я? Нет, я тебе поручил, а ты. В результате проблема не решается, ответственность ни на ком не лежит, и оба остались безответственными. Наказаны, кстати, будут оба, на всякий случай. Ну, так было всегда. Четвертая тактика – это жаловаться. Это рассказывать, какие мы несчастные, потому что у нас тут не получилось, здесь не срослось, там не дали, здесь не показали. Как на иврите говорят: ахлули, натнули, ло натнули, шатули, ло и виули. Не с кем. Вот это стратегия избегания ответственности. Не сказать: ну да, прошлякал, не взял, нет, не дали. И последняя тактика, это самая страшная тактика, от которой страдают все. И те, кто вокруг нас, и сами мы страдаем от этой тактики. Это стеснение. Что я сделал? Постеснялся. Не знаю. Что скажут обо мне? Постеснялся. Царство Божие прошляпил. Я постеснялся.
Слава Богу, что ты во Христе. Что Бог тебе еще один шанс дает. Каждый день. Хоть сегодня не стесняйся того, чего раньше делал. Например, проповедовать Евангелие, заявить, что ты христианин, не стеснялся. Писание говорит, кто постесняется меня перед людьми, Иисус говорит, того я постесняюсь перед Отцом Своим Небесным. Но Он говорит нам конкретно, не стесняйся. Он и людям говорит в Писании, в Ветхом Завете, говорит, не стесняйся. У кого есть с собой электронная Библия, прямо наберите такое слово в поиске. Не стесняйся. Что с Ветхого Завета Бог говорит людям, не стесняйся. Это ужасная тактика избегания ответственности. Поэтому мы должны помнить, что Бог от нас требует, чтобы... Вот, кстати, то, что я прочитал, там, молиться, радоваться, что там, помогать слабым, что там, поддерживать руки там, и так далее, стоять на ногах. Это же несложно все делать, ну, по большому счету. Так, если прикинуть. Нормально, да? Так, а почему мы этого не делаем? Потому что нам не показали где, нам не рассказали как, нас не взяли за руку, и мы постеснялись. А еще, потому что, ну вот, а у них же вон время-то есть, а у меня-то нету. Ни с кем. Нету у меня времени. А у них машина есть, а у меня-то нету. Вот, и я поэтому не поехал. Вот. А еще у них есть деньги, а у меня нет. Вот. Я поэтому, ну, понимаете, о чем я говорю? Мы же свои мирские вот эти привычки избегать ответственности тащим с собой в новый мир. Послушайте, Писание говорит, что Бог соблюдет нас, если мы будем делать простые вещи каждый день. Он же нам ничего такого особенного здесь не говорит. Вы должны прыгнуть в воздухе, перевернуться 8 раз. Там... Ну, вы себе представляете, я сейчас буду прыгать и 8 раз в воздухе переворачиваться. Это как минимум вызовет панику у людей. Да? Он же этого не говорит, что простые вещи же нужно делать. Вот конкретно, пожалуйста, нужно помогать слабым, утешать этих самых, кого там утешать-то надо было. Ну, короче, кого надо, того надо утешать. Да? Вразумлять нужно бесчинных. Вразумлять написано, не наказывать, не Библии по голове бить, а вразумлять. Как вразумлять? Открываем Библию и говорим, смотри, вот тут так написано. Не надо свое мнение им высказывать. Надо им показать, как Бог об этом говорит. Потому что Слово Божье, не наше Слово, живо и действенно по сей день, проникает до разделения суставов и мозгов, духа, души и тела. А Божье Слово нужно взять и сказать, слушай, смотри, вот, а Бог говорит вот так. Вы сразу, во-первых, себя ограждаете от всякого рода нападок. Это не вы говорите, это Бог говорит. Пусть с Богом отношения выясняет. Он для этого Бог, чтобы Он с ним выяснял отношения, не с вами. Понимаете? Тогда и стесняться не придется. Бог сказал, да, посмотрим, что Бог говорит. Понимаете? Тогда не надо будет себя ответственность снимать. Это не я. Это Бог говорит. Давай делать, как Бог говорит. Вот у всех, кто до сих пор так делал, все получалось. Давай пробуем. Тогда будет все хорошо. И в результате, когда мы все сделаем так, как говорит Бог, Бог, написано, соблюдет сердца наши. А что такое соблюдет сердца наши? Почему речь о сердцах-то идет? Потому что Писание говорит, Иисус в частности говорит, береги око, потому что оно светильник для тела. А до этого Соломон сказал, береги сердце свое, потому что оно что? Источник жизни. То есть, если мы соблюдем сердце, мы не можем соблюсти, как выяснилось, сердце, только Бог может соблюсти. Если мы соблюдем с помощью выполнения простых, нехитрых вещей, которые тут описаны, Бог соблюдет нам сердце, то у нас будет источник жизни. Вечный. Ну, что еще может быть лучше? Просто простые вещи нужно делать. Поэтому, когда мы оцениваем эффективность нашего служения, мы должны просто посмотреть. Соответственно, здесь есть список, я вам прочитал, могу вам прямо выложить эти места описания в группу. Просто посмотреть, насколько соответствует то, что мы делаем, или то, что мы собираемся делать, тому, что написано здесь. Если соответствует, ну, как, например, пойти бомжей накормить. Да? Они слабые, написано, поддерживай слабых. О, классно, значит, это нужно делать. Написано, вразумляя бесчинных. Замечательно, давайте вразумляем бесчинных. Они могут не согласиться, но это уже не наша ответственность, это их. Да, потому что Писание же как говорит, если я обличу,
грешника. Да? И он послушается, значит, оба спасетесь. Если он не послушается, но ты его обличил, значит, ты спасешься, а у него будет со мной отдельный разговор. Окей? Okay? Поэтому давайте мы сейчас помолимся за то, чтобы Господь просто дал нам вот это вот понимание эффективности нашего личного служения. Смотрите, ни твоего служения, ни твоего служения, ни Пашиного служения. Кстати, он сегодня хорошее служение совершил. Вы сейчас увидите. А своего служения. Потому что Писание говорит, итак, каждый сам за соседа даст отчет Господу. Так у вас написано? У меня нет. У меня написано, каждый сам за себя даст отчет Господу. Так в моей Библии написано. Не знаю, как у вас. У вас как написано? Так же? Значит, давайте мы будем молиться за то, чтобы наше служение Богу, нашему, моему Богу, вот у каждого, это же Бог, каждого из нас, да? Чтобы вот наше служение было эффективным в Его глазах. Тогда Он соблюдет нас и наши сердца. Аминь. Давайте будем молиться.